и участники 2-го международного открытого фестиваля русской традиционной культуры «Жар птица». И нам понятно, что основные мероприятия вновь проходят в государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тараканы». Фестиваль проводится в рамках празднования Всемирного дня русского единения, который был учрежден 21 сентября 2010 года в целях сохранения этнокультурной самобытности русского народа, объединения русских и всего русского сообщества во всем мире. Ну что ж, друзья, мы начинаем. Для всех гостей творческое приветствие лауреата международных конкурсов ансамбля этнической музыки «Тиряне». Thank you.